Ребятки, всем привет, с вами Александр, и у нас Черепашки-ниндзя Сила Порталов. Вышла, в общем-то, уже и другая игрушка, да, новенькая, многие играют, Черепашки-ниндзя Легенды, по-моему, называется, да? А мы давайте сейчас пока ознакомимся вот с такой вот игрулькой. Я в нее еще не играл, вот первый раз запускаю вместе с вами. Посмотрим, что это такое. Если вам понравится, можем в нее поиграть, или поиграть можем в новую, которая вышла, она стоит совсем недорого, можно и купить ее. Так, итак. Так. О, нет! Крэнги! Крэнги захватили Нью-Йорк. А чё Крэнги? Крэнг же вроде бы один был, мозг. Захватили, да? О, это портал. То есть портал нас будет бросать по разным городам, да? Нью-Йорк. Сколько у нас здесь миссий в Нью-Йорке, я так понимаю? О, тут Крэнг. Есть какая... Оса, я не помню, как зовут этот босс, наверное, когда... Оса какая-то и Крэнг. Крэнг у нас там последний. То есть 8 остановок, да, у нас каких-то 8 миссий. Ну, сейчас будем совсем разбираться. Итак, у нас Нью-Йорк и 3 баночки мутагена. Не знаю, самый любимый был, наверное, у меня, как и у большинства, Леонардо. Но на самом деле я люблю и Нунчаки люблю, и Рафаэла люблю. Давайте возьмем Рафа. Наверное, просто чтобы не как у всех. Так, ну а что ты хочешь? Неистовство. Так, налетает на цель. Это его, в общем-то, супер удар определенный. Это нам предлагает купить разные скины. Хорошо. В общем, побежали. Атака наполняет специальные. Атака наполняет специальные атаки черепашки. Это, в общем-то, энергия, которую мы будем тратить, чтобы проходить игру, по-моему. Ух ты, луна, мне это напомнило старую-старую игру. Черный плащ на приставке на 8-битке. Такая луна. И босс там был. Так, это, в общем, клан Наги. Да, в общем-то, ниндзяки Шреддера. Так, нужно не дать им уйти. Так, черепашка может следовать за пальчиком. Это хорошо. В общем, если отпустить, это у нас будут перекаты. Круто. Выпад с атакой. Ну. Так. Я понял. Так. А почему ты не хочешь? Почему он не хочет следовать за моим пальцем? Вау, вот так. Ну, не совсем понятно, как оно срабатывает. Я не хотел нажимать пальчик. Кстати, есть племя в Африке людей, у которых 3 пальца на ноге. Или 2. Как у черепашки-ниндзя. Весь город кишит этими ниндзяками. Turtles are all about teamwork. Touch and drag through each turtle to select all of them. Прикольно. Выделяем всех и потом атакуем. Круто. По-моему, очень прикольно. Очень хорошо сделано. Кстати, вот такая стилизация мультяшная. Мне она, знаете, напоминает, наверное, первая игра на компьютере, которую я с такой стилизацией заметил. Это было... так, вот так вот. Это было Принц Персии, по-моему. Очень круто. Можно разделять их, можно вместе атаковать одного. Такое месиво. Все, не дали нам больше погонять. Но круто сделано, очень круто. Вот этот наш босс. Стокман Муха.
Не помню, честно говоря, такого персонажа. О, Биба Пирог, кстати, а чё такой? Чё такой худой? Бибоп, чё такой худой? Sorry to spoil your fun, boys, but the party's over. Ha! Too late, Turtles! My genius technology has given us entire worlds full of new allies. Да-да-да, твои технологии захватят весь мир. Stop us now. Портал! Он открыл портал. Baxter is somehow using Krang technology to open portals to other dimensions. Технология Крэнгов. That's right, fools! Time to bounce, G! Let's get out of here, comrade! Это Рокстеди, в общем, бегает с этой волыной треугольной и по порталы открывает. И, в общем, такое у нас начало игры, да, и нас забросило в какой-то портал. Интересно, останемся мы в Нью-Йорке или уже какой-то другой планете будем, например. Вот, выбежали, ух ты, это какая-то параллельная вселенная, что ли, или подвселенная. До свидания, Turtle Freaks. По-русски сказал, до свидания. Тупые черепашки. Чао! А ты что скажешь? До встречи! То есть нам нужно будет сейчас выбрать, да? Это измерение, да, это все измерение, и все мы дружно двинулись за осой, за мухой. Стокмен муха, или как там она называлась. Вот такие, в общем-то, дела, ребятки. Ну что, давайте бежать, кого выберем. Давайте выберем Лео. А, в принципе, а зачем выбирать? Это просто... Так, это закрыто. Эти все скины закрыты. Прикольно, смотрите. В шапке-ушанке. Это все закрыто у нас пока что. Ладно, помчали. Нью-Йорк, эпизод 2. Ну да, мы помним, что черепашек можно всех объединить в одну команду. То есть дважды по одному месту. О, я помню этих роботических черепах. О, черепах собак этих. Робособак каких-то там. Не собак, даже какие-то динозавры. Tap on these buttons along the bottom of the screen. И есть еще специальная билочка, у нас будет внизу значок. Но пока что мне очень нравится, как здесь все сделано. Очень понятно, просто и красиво. To use the special ability again, fill the button by fighting bad guys. You've started a combo. Try and build it up to 50. Так, комбосы можно набивать. Тут еще надо просто следить, какая черепашка возле кого находится, чтобы эти комбосы использовать. Давай. А, они просто стоят, что они просто нас не будут атаковать, если я их не атакую. Эх, Рафик. Вот так. Давай. Каждых 50 ударов мы можем освобождать какой-то удар суперчерепаш. Да, А что? Стрелочка вверх? Ух ты, прикольно, мы деремся по зданию. Кто следующий? Все? Нет, не все. Давай. Ой, я активировал этот удар. В общем, я понял. Yeah.
просто супер. Мы получили три мутагенчика. Все, то есть мы задачу здесь выполнили и отправляемся в другой портал. Довольно быстренько и коротенько. Находи костюмы, разрушая объекты на экране. О, вот это, ребятки, да, мы пропускали. Наверное, можно было что-то разрушить. Ну, в общем-то, ребяточки, на этом мы серию закончили. Я думаю, поиграем вместе с вами в эту игру. Очень мне понравилось. Черепашки-ниндзя-мутанты. Сила порталов называется эта часть игры. Так что ставим палец вверх и до новых встреч.